Приветствую вас, дорогие друзья. Геральт собирается принять участие в государственном перевороте. Дикстра его позвал к себе на совещание заговорщиков. Тук-тук-тук. Кто там? Ведьмак Геральт. Заходи. Шеф ждет наверху. Может, скажешь уже, в чем дело? Сейчас Геральт придет. Таинства здесь идут. Не хочешь говорить, тогда разливай. Вот. Все ждет. Ведьмак, наконец-то. Теперь мы все здесь. Угу. Забились тут, как не знаю кто. Зачем ты нас собрал? Родовид сидит на корабле, туда ходу нет. Я уже говорил. Постой. Я знаю, как вытащить его на сушу. Но всему свое время. Для начала я должен покаяться. Я рассказал о нашем плане Филиппе Эйльхарт. Мя кульпа. Охуенно. Ха-ха-ха, старая любовь. Ладно, ладно, все не так плохо. Не ржавеет. Госпожа Чародейка предупредит ублюдка. Более того, она всей душой желает поспособствовать его смерти. Я, разумеется, никогда не приму ее помощи. Но Филь, она вдохновила меня. Можно сказать, послужила мне музой. Вдохновила на что? Терпение. До сути дела мы еще доберемся. Геральт, если я правильно помню, Родовид нанял тебя найти Филиппу. Ну да, нанял, да. Да, я нашел только ее убежище. А что ты предлагаешь? Мы могли бы использовать Филиппу, не вовлекая ее в наши дела, если ты нам поможешь. Родовид ждет, что ты добудешь ему какие-то сведения о ней. Достаточно упомянуть ее имя. Намекнуть, что ты напал на ее след. О-о-о! Клюнет как миленький. Заглотит и крючок, и леску, и половину удочки в придачу. Ну-ну. Скажем, Родовид клюнет на наживку и поверит мне, хотя не факт. Что дальше? Ты скажешь, что нашел убежище Филиппы. Где-нибудь, где мы сможем устроить засаду и взять его в ловушку. Предложение? Мост на Храмовый остров. Застроен с обеих сторон. Масса закутков и ворот. Легко отрезать от остальной части города. Хорошая мысль. Я разделю своих людей. Половину на одну сторону, половину на другую, к воротам. А посередине кого-нибудь с хорошо смазанным арбалетом. Видишь, Геральт, мы просим только, чтобы ты пригласил Родовида на прогулку. Вытащил его на мост. Ну, что скажешь? Ну, помогу вам, друзья мои. Я в деле, но когда все закончится, что потом? В городе начнутся беспорядки, возможно, паника. Нам придется где-то отсидеться. Я уже думал об этом. Помнишь театр мадам Ирен? Он сейчас стоит пустой. Мы с Талером будем ждать вас там. Будете нас ждать? Значит, свои шеи вы подставлять не собираетесь. Не в этом дело. Мы с Дикстрой охуенно много всего умеем, но мы не бойцы. Из нас вояки такие же, как танцовщицы. Не волнуйся, Геральт. Люди у меня опытные, они справятся. Главное, приведи им короля. Я сделаю, что смогу. Где сейчас его корабль? Прямо за углом, в Новиградском порту. Я очень надеюсь, ты к нему придешь, когда он будет в добром настроении. А Филик тут как тут. На мосту должно быть пусто. Мои ребята этим займутся. Ну давайте, давайте. А что со стражей у храма? Они же, сука, набегут, как увидят, что творится. Если им немного приплатить, не набегут. Да, Геральт здесь воюет. Готовится, вот. Кто тут? Филиппа, что ты здесь делаешь? Геральт, не задавай вопросов, на которые и так знаешь ответ. Это выглядит нелепо. Разумеется, подслушиваю ваш разговор. С немалым интересом и удивлением. Может, скажешь, что тебя так удивляет? Ваша наивность. Вы правда думаете, что Родовид поведется на такую грубую ложь? Может быть, провести его будет непросто, но думаю, я справлюсь. Хм.
Надеюсь, к бою с дикой охотой ты подойдешь более обдуманно, если доживешь до него. Филиппа, зачем ты мне все это говоришь? Ты так обо мне беспокоишься? Конечно, нет. Но я уверена, что сейчас абсолютно важно, чтобы Родовид умер. Вы не хотите моей помощи? Это печально. Но я сделаю все, что смогу, чтобы вы не облажались. Вот, возьми. Кольцо. Рубиновая печатка с риданским орлом. Это кольцо Визимира, отца Родовида. Отдай его. И, может быть, он поверит, что ты меня нашел. Возможно, он даже решит тебе довериться. В чем подвох? А в чем подвох? Нет никакого подвоха. Филиппа, я слишком хорошо тебя знаю. У тебя всегда есть запасной план. В этот раз его нет. И мне нужно только одно. Голова Родовида. Удачи, Геральт. Она тебе понадобится. Упс. Сова полетела. Ну, пойдем, пойдем. Родовид. Можем сделать это здесь? Свирепый. Или пойти ко мне? Вот он его корабль. Далеко. Ну да. Расступились краснокожие. Чего глазом косишь, седой? Да, много тут риданских солдат-то. Ну правильно, король в городе. Этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. Вот пришел Дракард со Скеллиги. Видел. Я туда не пойду, пока эти мартышки не отчаят. Глазища у тебя змеиные, а язык? Язык у ведьмака еще тот. Достанет до самой печени. Еще чуть-чуть. С обоих сторон. Чего-нибудь особого. Ты ж мать честная. Скорее лечь, погасишь. Сволочь. Сегодня почтовый корабль не пришел. Не пришел и, наверное, никогда не придет. Если ждешь письма... Ну что, Родовид, пойдем. Слава королю Родовиду! Иди, откуда пришел. Ведьмак Геральт, чего тебе? Поболтать нужно. Мне нужно увидеть короля. У меня новые сведения о Филиппе Эйльхард. Сдавай оружие. И за мной. Ваше Величество, ведьмак с новостями о Филиппе Эйльхард. Надеюсь, в этот раз ты принес что-нибудь получше магических кристаллов. Я знаю, где она. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня, как другие. Геральт, ты же профессионал, да. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Да-да, и Родовед все слышит, что там говорят всякие особи. На заднем плане. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом, в Новиграде. В доме на мосту, который ведет на Храмовый остров. Почему ты не привел ее ко мне? Сперва ее надо поймать. Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирай людей. Сколько, сир? Всех. Ну что же, ведьмак,
влип в очередную государственную интригу. Ну? Где она? Где Филиппа? Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. Да. Перекройте эту сторону. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Да. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Да, вот так вот. Видишь, какой он коварный, этот король. Так ты платишь за службу. Так я караю тех, кто меня злит. Ты слишком много знаешь. Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Я убивал и за меньшее. Да. За мной! Ну, родовед, ты сам напросился. Скажешь, что напоследок? Сука! Освободить ведьмака, потом родовид. Да-да. Порядок? Вот так вот. Да, спасибо за помощь. План похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт, за мной. Надо достать Родовида, пока не прибыло подкрепление. Ясный момент. Проверим, мечи на месте, мечи на месте. Бомбу надо. Северный ветер. Пригодится. А, не намазал же меч. Меч надо намазать. Смазка от охраны родоведа. Очень хорошая вещь. Вперед! Раздвоился. Хватит болтать, к бою! Бьянка, тебя же ж убили. Здорово, эти! Надо выпить. У нас кончился напиток. Хера, блин, за них. Вообще ж нахер неубиваемые. Что-то тут заело, он должен убить 40 раз, это значит так.
Зараза. А, наверное, их останется, да, похоже. Одним ударом двоих. Держать строй! Перебьет он нас! Придание! Отходим. Вот нормально. Так, надо смазку возобновить. А те были какие-то неубиваемые, вообще жуть какая-то. А мы все равно справились, да, Гриш? Откройте! Я приказываю открыть дверь! Надо было попросить. Да, Родовид, надо просто было попросить как следует. Мы в расчете. Я совершенно искренна. Простите, не смогла отказать себе в удовольствии. Как она? Откуда? Что за... Она подслушивала нас на складе. Что? И ты ничего не сказал? Давай позже. Родовид мертв. Неважно, кто его убил. Надо отсюда уходить. Сейчас реданцы соберутся. Ну, а теперь такой весьма суровый выбор, но я его сделаю, все равно я здесь много чего выбираю. Нетрадиционные пути, поэтому и здесь мы выберем не так, как обычно. Хотя тут сложный выбор. Они все сложные выборы, либо одни умрут, либо другие. Что, получилось? Получилось, получилось. Но все пошло не по плану. Роше, откуда у тебя Бьянка? Бьянка умерла в деревне. Я ворник. За север! За Тимерию! За Тимерию, сука! Вы не рано празднуете. Родовид мертв, но до освобождения Тимерии еще далеко. Война не окончена, и конца что-то не видно. Ты ошибаешься. Завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дейкстрой. Значит, в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... Да, я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Аидирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны... Тимерия станет вассалом Империи. Самоуправлением. Собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Будь вы сами-то верите в то, что говорите? Так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет.
Роше, ты с Нильфгаардом? Ради Тимерии я готов обниматься с нильфами, как последняя портовая блядь. Тогда конец кончал бы все как просто. Все кончить сразу. Чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь. Что? Вакмет, акт 1, сцена 7. Всегда мечтал сыграть в это. Но меня брали только на роль второго пикинера. Геральт, выброси из головы все, что сказал тебе Талер. Не будет никакого договора с Нильфгаардом. Редания под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца. И, победив, объединит все земли Севера, включая Тимерию. Что? Как? Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить ее, мы отдали Эмгыру едва ли не все остальные королевства Севера. Не самое мудрое решение. Так не годится. Двуличный ублюдок, я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и все такое. Геральт, это действительно не мое дело, так что поступай как знаешь, но ты правда ублюдок. Поэтому из меня выйдет великолепный канцлер. Прощай, белый волк. Да, я сам собирался сделать. Ребят, конечно, сдал. Это нехорошо. Но я хотел сделать Дикстру начальником. Ну, теперь можно и другими делами заниматься. Нам далеко надо будет взять коня. Хотя, с другой стороны, это правильный выход. Так, ладно, прежде чем скакать, до порта мы дойдем пешком. А тут недалеко, 200 метров. Поскольку Дикстра правильно сказал, не годится. Эти вроде бы как у них такая сомнительная автономия от Имгыра. Тут собственной администрации, в которой мы будем начальниками. Собственной армии, которой Роше будет командовать. Что за хрень? Давид в Новиграде? Я рада. Больше солдат, больше денег. А эти, по крайней мере, королевства Севера против... От Еруги до Драконьих гор. Объединенных королевств Юга. Они сибиряне, хоть у них и разные королевства, но они одинаковые. У них один народ просто. Разные области. Разные княжества, так сказать. А южане, они другие, вообще другие. У них другая культура, у них другой образ мышления. У них все другое. Ну вот, почти пришли. Продолжение истории в следующей серии. До новых встреч. Ненадолго прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока.